Сегодня 18 февраля 2020 года. Вот 16 февраля у нас тут был ураган Пурга. Тут снег валил сутки. Вот такие вот последствия. Сегодня уже плюс один, плюс два. Стихия ушла. Снега много. Мне звонят. Роман, это ты из Комсомольска привез сюда снег. Ты виновник торжества. Вот тут вот я вел 16 числа прямой эфир на платформе YouTube, на своем канале Дед Роман. Вот 16 числа я здесь вел эфир, здесь снег валил ночью. Так вот. Сегодня все тает. По крайней мере, у меня на градуснике на лоджии плюс один. Вот такие вот кадры. Город восстанавливается потихоньку, как может. Да. Вот так вот тут накатали. Но это все растает скоро. Хорошо, белый снег, пыли нету. Красота. Все. Вот такие дороги сейчас в таком состоянии тут. Каша. Лучше воздержаться от поездки на своем автомобиле, я так думаю, во избежание всяких проблем. Все, всем пока, всем привет, здоровья, удачи, друзья. Всем пока-пока. А вот еще включился. Вот такие вот тропинки натоптали люди. Вот тут мы ночью шли. 16 февраля. Вот так вот солнечную погоду выглядит. Все. Здорово, красиво, как в сказке. А? Вот так вот. Сугробы тут. Вот люди чистят снег, расчищают. Это главная площадь города Фокино. Столько снега тут, наверное, мало кто видел. Где сугроб, там елка стояла, наверное.